И всем рисую Макс Риск, но блин, не врезу, не нет. Айдж Вейп, смотрите, при нем вот так сделали, до сих пор она стоит. И вроде бы прям очень шикарно. Вот кнопочка обновить нажимаем. Что нового? Новые значки чести. Получаем значки за часть клана или титулы элиты в применении на странице сведения об игре. Система сканирования реликвий, добавление продвинутых сканирований первого сканирования в период бесплатное. Но на остальном предмете SD химизированные подсказки в зале чудес. Ну что про чудес рассказывает? Оптимизированный интерфейс, банды, герои, дневники, Аранмич, набор карт, подписки и события великой обезьяны. И события подводили кучу новых. Оптимизированные точки, банды, по ходу части клана, исследованные банды, ежедневные здания и караваны. Окей. Ну, пока она устанавливается, в принципе, рекомендую канал Макс Риск. Он сегодня влаживает новый ролик про Маквина. Кстати, заходите, находите мой канал, вот, с этого канала начинаем. Заходите на него, подписывайтесь. И также он написал тут, рекомендуйте каналы, типа того, мы банда, вся банда. Тут МР, банда МР, это из одной семьи, так скажем, да, и типа того. Значит, там вы будете хорошо тиминса на YouTube, вы там, конечно, пишите, что мы будем снимать по одним из каналов, есть такая вкладочка, комментарии в ролике, а вот обсуждение там уже такого не будет. Открываем. Ну, кстати, а я Discord не открыл. Уж проверю, возможно, уже возобновили. Вот, нашел, сейчас Discord зайду, там уж что-то новое. Да, вроде бы да, восстановили такую составочку. Именно бой в городе. Вот такое очень интересное. Вот. Зуба Discord нашел. Так. А что? Вот уведомление. Сейчас узнаем, что вот добавляли. Вот. Так, а тут уже отмечают. Тут из России один. Все хорошо. Она заразилась там? Нет, отлично, почитаем. Так, да, выбором. Итак, из-за проблем с городскими цепями север сливается 28-25 будет отложен до 17 марта 2021 года. Север отложится. Зачем север? Ну, так, в принципе, хватает. Также розыгрыши тут делают в Дискорде у них. Да, их может тоже найти в каналах, в принципе. В принципе, так ничего, только Дискорде рассказывают там. Дают праздники нового севера. Может, герои? Ух ты, что это такое? Текущая глава расстоянности. Да, они же еще не рассказывают про все. Вот она, новая. Нет, может, скрин сделать, слушайте. Вот просто вот четкий скрин. Как мне сделать этот скрин? Обычный способ вообще загружаю. Я такого нет, никогда уже не пропущу, а то там бах, показывает, бах, удаляет. Да, 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 такое же было. Где такую привычку поставить, бах, пропало. Это вот это поставлю. Текущая глава растерянности. Растерянности. Неважно. Главное, что было такое. Что все знали, что я тут был. Что я играю за YouTube Waves. Так, вот полностью. Так, вот скрин. Все, хватит. Перейти. Может, что будет еще на вас лучше? Ой. Банан добавили новое. Вау, да, бананы. Интересно, а там кто уходит. Машина, окей. 510 воинов, как пеше произошло. Новые килограммские бананы. Ну, вроде бы. Эй, не лага, бро. Ну, вроде бы. Интерфейс. Вот, кстати, ну, что-то добавляли.
Давай нападем, будет очень сложно. Нападаем. 6 дней. О, регистрация у вас. Ваша банда должна быть не меньше 10 распределенных банд. У вашей команды должно быть не меньше 20 участников. В вашей банде должна входить в первые 20 мощных на севере, чтобы участвовать. Прекрасно, у нас такой нет. Клан. Уходим с кланом. Подожди, так мы же уже... Ваша банда? Вот. Как выйти из банды? Я никогда такое еще не было. Что сначала то, что построим, забрать, построить и следить. Да, поблагодарим им все за все. Так. Банда. Ой, создать банду. Да не, у нас слишком мало подписчиков к этому. Слушайте, это вообще как-то низкость. Ничего тут не... Нет, вообще, не важно. Все, присоединилось отлично. Присоединяйся к команду. Может, хоть новый герой? Посмотрим новый герой. Да, да ладно. Может, какая-то новая анимация, слушайте. Что-то тут подбавляли, слушайте, есть такое. Бывает все разное. Все, что захочешь. Так, 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 так. Фильцы оставить. Я хоть оставил это, но тебя. Их еще не все выучу, это вроде бы. А вот Ронджа. Все нормально. Может, новая анимация твоя или как думаете? Ворон. Так, Бон Бум. Герой Цион, Электро Джек, Мастер Тонт. Сердечко, да? Ага. Где-то, ну, вроде все нормально. Ух ты, уже ночь. Так, это что у нас? Я пробовал вот тут защиту. Ха-ха, что это такое? Посмотрите статус. Слушайте, это что-то новое. Рассказывали про это. Ладно, тогда зайду сейчас в чар судьи, космические судья. О, награды. Ладно, вот награды. Так, перемотаем. Так, вот, забирайте, это бонусы вам. Все. Этапы есть, склад нет. Вот, зал чудес, вот, штука. Так, что это значит? Что-то у меня не понял. Что такое? О, что-то новое, слушай. Добавить эволюцию, внести мы госпитали. Сила реликта, все этим вообще. Берем все, давай. Ох, тут тройки, давай, отлично. Так, дай такую штуку. Так, как эту штуку взять? Шанс производства. Или урон. Давай шанс производства берем. Тут штучку, она вообще офигенная. Внести мы эти госпиталь, восстановление очков действий. О! Три звезды, отлично. Новый предмет давали. Это вот запись, какая-то запись. Отличная запись. Лечим. Теперь 17 минут лечить. Помощь. Так, вот что еще найду новенькое? Вот, например, напасть на код. Еще одно. Пойдем здесь и здесь. Будет сложно, думаю, будет легче. Кстати, а эти вот как там делают делись? Вот эти здесь, точно. Так, я вернусь на базу. Вот. Тут нечего изменило. Не изменилось. Так, тиран золото. Вам письмо. Письмо. Наверное, интересное письмо. Окей, не против. Это круто. Дают. Я, в принципе, могу сам себе добыть. Ух ты, барли на английском вроде. Или все нормально? Все нормально. Ничего не изменилось. Кстати, нужно эти фишки уже тратить по-любому, а то столько дают подарки. А тут уже прям меньше наград. Так что успевайте за ними. Начать. Не спасибо. Я один ролик уже протестил. Даже второй ролик записал.
эти, может быть, батарейки бывает там всякого. Ой, батарейки вообще. War 5 батарейки взрывить, правда? Нет. Я хочу только вот. Ух ты. Сколько сундучков вы прикалываетесь? 2314 сундучков. Так это лучше, чем Brawl Stars. Это очень круто. 55. Наверное, то, что значит. Вот давай на банан, а то у меня капец происходит. Железо. Дальше. Герой вроде бы сказали, у тебя 50 штук, я в шоке, правда? Подожди, бро, что значит? 50 штук. О, да, да, правда. Что это такое? Друзья, вот вам гайд, заходите сюда, вот, нажимаете прокачка. И она не всем оказывается. Не все на нее нажимаем, потому что глаза то налево, то направо. Так, да, это просто. Можно все нажать. На все нажимаю, и все будет классно. Обучение. В смысле? Что это такое? Слава богу, хоть осталось. А, вот это как. То есть она всем доступна или как? Что-то не понимаю. Улучшение на героя требуется левел. А тут тоже так? Непонятно, да? Нажимайте на все. А, типа, ему хватает. Я сейчас в шоке, что происходит? Сколько героев, капец. Тут тоже нельзя. В общем-то, что есть, что прокачивайте. Гайд рабочий. Увеличивает максимум число войск. Отошел. Увеличивается, давай. Даже так анимация. Я в шоке. Окей. Давай отойди. 50. Нормально, блин, давай прокачаем, слушай, бро. Капец ты силач. Офигеть. Не, что тут? Ну только силу прокачиваем. Скорость гранета, они нужны. Войска, поражение, атаки, навыка получает на эту меньше. Ну, давай, хоть что там. Бонус есть бонус. Кому? О, тебе давай. Так, в принципе, могу тебе все 5% удачи, 800 опыта. Я могу все тебе заполнить, слушай. А, тут есть 20%. Слушай, а вот они проценты. Так тебе какой левел, бро? Там может что угодно, в принципе. Мне, наверное, ничего не жалко. Мне только нужна прокачка левел. Офигеть, разработчик дают увеличить максимум число войск. Давай. Тоже поможет. Просто настолько войск, так что это вообще рабочая штука. Вроде бы все герои. А только на одной карте. Рискую, ух ты. Забрать все. Есть новая штукочка, друзья, для вас. Забрать все. Ну как? Ну что-то оставится. Останется. Шеа. Срочные новости. Вау, это никогда такое не было. Срочно. Битва за возвращение базы клана вот-вот начнется. На базе есть неповрежденная ракета. О, что на базе клана есть рабочая ракета? Так, чего мы ждем? Мы в деле. Генный банк не должен попасть в руки другого клана. Именно, кто знает, может другой клан использует генный банк, чтобы попробовать нас. Нельзя терять времени сейчас, главное захватить ракету на базе клана, тогда мы сможем отправить в центральные руины, запустить ее в космос и вернуться в Гений Банк. Да ладно. Там же даже космос никто еще не побывал. Что происходит? Посмотрим, кто захватит базу полностью. А потом новое начнем. Да, в этой игре нужно просто так часто играть, что капец. Никогда такую игру не видел, так что будем играть, конечно. Так, это заберем. Да. Вот это вот главное, эти диски, а то уже не раздают диски. Что это значит все же? Кстати, можно уже героев отправить хоть куда угодно, то они тратят, едят нашу еду, блин, ничего не добывают. Более могу и продать, что-то хоть сделать. Вот, например, тут да, не идут. Сейчас я их заставлю. Железо искать, железо. Куда? Брать. Хо, воин бесплатный, отлично. Да, блин. Марш.
Одна минута раньше была, знаете, сколько секунд? Вот реально, одна минута. Вы раньше были быстрыми, что происходит? Одна минута, ну капец. Раньше 3 секунд, 20 секунд. Так что чем раньше начнете играть эти вейпс в игру, то вообще тем лучше. Ну, проще простого. Ну а давай, давай, покажите проще простого. О. Так вот уже интересно искать, да? В принципе, то нуля, там правда. О, чё? Это правда? Друзья, такое есть? Можно двоих героев взять? Это на обновление. Раньше вообще одного можно. Раз, два. Разработчики, вот это уже что лучшее. Это никогда такого еще не было. Все, 4 марша. Нормально. Стрелки с вами. Офигеть, что такое? Ну просто что происходит? Ну просто во все точки. Стрелки. Они вот назад возвращаются вроде, да, полностью, да? Не знаю, что происходит. Происходит с планетой. В общем-то все на работе, как я понимаю. Тут я один снимаю. Бам, садись ко вниз. Да что происходит, блин? Интересно, интересно. Прочитать и забрать. Что можно забрать? Ничего. Друзья, нажимайте эту функцию, если хотите вот столько призов получить. Просто шикарно. Нажимайте столько, чтобы получить еще вот столько призов. Только для подписчиков, которые смотрят, ну, 15 ролики. 15-минутный ролик. А потом 20-минутный ролик. Смотрите. Вообще не найдено, это автоматик показывается. В общем, уходим, что-то у него сообщение, там есть сообщение. Так, вот, смотрите. А, блин, я ж... Ладно, банан шикарный, кстати. Так, так, сейчас хочу вот эту штуку нажать. А, блин, а как такое? Ха, все на работе. Кто сражается там? Во. О! Чё? Не понял. То есть и так как понимать. Соответственно, осталось героя, слушайте. Синий, вы чё, блин? Красный, вы чё, блин? А мы шо? Это новое обновление или что? Или новая карта мне дали? Непонятно еще, где я нахожусь и что происходит. А, это только мы к ракете. То есть, сколько игроков еще играет? Или уже происходит? Сейчас вон. Герой нажимает. Я провел. Клан нажимает. Рейтинг 4, банды, участники. Так капец, блин. А, рейтинг 1, 4К. Сейчас, друзья, покажу. Ух ты. Ё-моё. Ладно, теперь покажу, как изменить. Привет, я стример. Нет, привет, я... Тюбер. Отвечаем. Hello. Сила поражения, закладка. Что это такое? Там понял сообщение. Настройки. Офигеть, такое раньше не было. Может быстрее старые ролики. Язык. Вообще настройки. Графика, звуки. Режим низкой производительности. Там мне все на максимум, это мне не лагает. Я нажму, блин. Так, мне не жалко. Аккаунты, выйти, привязать аккаунт. Я занят лично общие настройки. Так, умение, поменять роль. Что это значит? А, вот. Нажимается функция поменять роль. Оказывается, это... Что это такое? 12-й, 36-й? Больше нету, в смысле? Это если севера, да? То есть, теперь не будет такое, то обратно, то сюда вот. Точно поддержки. Черный список. Офигеть, войск. Войска. Произведение усиления, соединение усиления, настройка войск. Так, это читали детали. Наверное, самая важная функция, это вот нажать на такую штучку, посмотреть. Подтверждаем. Супер, да? Вау, просто вау. 20 минут ролик, капец. Поэтому он длинный ролик у нас на канале. Пытаюсь сократить ролики, потом увлекаюсь.
Сколько мы тут увидим героев? 1, 2, 3, 4, 5, 6. А вы сколько заметили? В 36-м году человечество убежали с Земли, осталось после себя. Спустя многих лет хозяевами планеты стали разумные обезьяны. Это неправда. Они строят потенциально новую цивилизацию. Это ж новое. Пока миллионы жизней в движении агрессируют процессы легендарных линз, что люди есть генетический план мутации. Такого никогда не было. Но до одной обезьяны знают, где он был. Космос, там все такое было. Такого не было, кстати, никогда. Клан сражает за подсказание его масти с местонахождением. Такого не было. Какое из наших главных стоит обстоятельств подведение? Давайте узнаем. Смотрите старые ролики, там такого не было. Там была другая, типа того, цивилизация. Не понял. Не понял, что заново играть. То есть это как? Вот раньше была другая, типа того. Ну тут некоторые. А ну посмотрите, вот реально, чтобы не так. Наверное, этого. Все, да, все. Хорошо. Ну, вроде ничего тут не но. Но трейлер и вот снова есть. То есть разработчики обновляются, не зря. Не зря я снимаю. Не зря. Так, ты остался. Возможно, что-то новое с Эриком. Вот, по-любому. Нет. Обезьяна, да. А ну-ка покажи, ты тут в городе, да? Хо-хо! Не доказывается, ты в пещере! Вау! Слушай, а может привычку тебе сделать? А ну стой, ты будешь ты популярный. А реально, может в инстаграме тебе? Ладно, шучу. На привычку, возможно, пойдешь. Вот реально, тебе что новое? Вот если зрители не узнают про тебя, вот не успокойся, пока не кинет фотку. Вот реально. Бро, это просто вау. Фоткаем кучу раз, все. Сейчас с улыбочкой. Вау. На. Блин, 1000 за сезон. Класс сделал. Ну, вообще-то все, мы выбрали. Кстати, там был пладепровозик ключом. Вот там мы были. Как-то мы переместились. Непонятно, как оно происходит. Уж какой-то в трейлере. А, да, мы трейлер смотрели. Как она перемещалась в поезде. О, что это происходит? Нам с точной складной историей плана обезьян мы отправили в генетический банк поддержку, мы знаем, далеко от туманы, но вдруг встречается обезьяна из другого клана. Кланов. Я в шоке, что происходит. Пропускаем. Куда вы идете, в смысле? Что происходит? Теперь банда? Офигеть. Еще новое, друзья. Оставайтесь на канале, узнайте про обнову. Нужно будущее еще что-то нового добавить. О, вау, вот эти бассейны, что он понял. Вам не победить, падлы мастерские механики. О, неплохо. Но гений банк наш. Мастер-механик не отдает его. Я понял. Это вряд ли. Гонка только начинается. Победа будет за нами. О, отступает. Дав отпор нападениям из вражеского клана, мы снова направляемся в туман. Понятно. Направляемся, давайте. О, не понял, что это такое. Шеф, гляди, город. Так нам сразу давали. Быстро заходи в туман, слишком много мутантов. Нам давали сразу. Даже вход есть. Что это такое строят? Не понял. Раньше нам просто мам давали, а тут на тебе, у вас новый город. Ну я в шоке. Ой, что это такое? Не понял. Короче, крича от боли, несколько обезьян мутировали, они сошли с ума. Друзья, была камера, вы в шоке. Я ярости атаковали бывших собратников. Что это такое? Хо, наю, давай, наю. Разработчики реально стараются, да? Вырубили всех. Один остался, потому что это недоработка, да? Проклятие, генетические мутанты, они забирают наших лучших солдатов. Я найду генетический банк и получу конец этому беспяшному клянусту. А космос, а? А космос, забыли про космос? Раньше было, а теперь. Жасть, я с каким-то мутантом.
Большинство открытий шеф это бановский спектр ментор, но он, похоже, сильно поврежден. В смысле, что это? А, понял, бананы. Чтоб есть что-то. Нужно. У нас нет достаточно подходящих инструментов для ремонта. Может быть, отправить обезьяну разведчика поискать их в тумане. Вы обо мне, шеф, рассчитывайте туман. Моя специальность отдать приказ, я отправлю в путь отправлюсь. Покажите, как там будет. Ну тут понятно, но нет, что нос, слушай. Прям вот так вот красиво сделали. О, нашли, это нож. А, что непонятно, что происходит. Это ящик с инструментами. Какой-то бродящий мутант. Нужно немедленно доложить шефу. Ложить, налажаю. Шеф, поблизости есть ящик с инструментами, но он окружен мутантами. Отправляйте наш героя на главную войск, чтобы вернуть ящик с инструментами. Дикие мутанты ему не страшны. Все. Построю арену, чтобы выбрать могущего героя. Ох, ты ё-моё. Давай посмотрим, какое дело. Я знаю, кто это будет, по-любому он. Мервок. Ой, что он написал? Ладно, вот на следующий ролик я еще раз сойду в группу. Ох, так нам дали новый снаж, слушайте. Я ошибался насчет этого. Подтверждаю. Стоп. Тут еще красить. Стой. Ты будешь у меня популярным сейчас. Потом тебе выражу на всякий случай. Потому что нам в будущем тебе добавлю фоточку. Что будет? Тут красиво. Шеф, я мобилизирую войск, чтобы вернуть ящик с инструментами. Я больше не допущу никаких... Так, сейчас. Штуку. Фотка. Во. Никаких мутаций. Вон они. Атакуем. А, первый. О-хо. Прям меч свой храню. Какие не быстрые. А, ну байки. Понятно. А он еще такой. Бэм. Это что снова, друзья, слушайте. Офигеть. Ё-моё. Это явно какие-то новые навыки. В диким краем. Много мутантов, мы должны поскорее найти ящик с инструментами. Давай. О, что новое, слушай. Ха, класс. И тут взяли. Ящик с инструментами отличное состояние. Доставка его в город. В нем есть все необходимые для ремонта банановых спектрументов. Чтобы есть что нужно. Банановый спектрометр. А то 50 тысяч остается. Ага. Это ящик с инструментами. Шеф, уровень нашего городского совета недостаточно высокий, чтобы активировать банановый спектр-ментор. Сначала мы должны улучшить его. Давай улучшим. 3 секунды. Блин, пропустил. Я просто уже... Ух ты, что происходит? Блин, что? Ну, ой, я же дружаю. Ладно, сори. Да, вроде все, что происходит. А что считается? Шеф, смотрите, армия мутантов приближается, чтобы атаковать Егора. В смысле? Теперь же будет предупреждать, как я понял. А, мне лагает. Сейчас закрою программку. Эй, бро, закрой программку. Так, ладно. О! Не понял. Нельзя остановить муремонт Роджеров. Прекратите обезьяну на сторожении башни. Готовьтесь к обороне. Офигеть. А, огонь! Ё-моё, такого раньше не было. Фотка, скрин. Да и на прыгушку. Ну да. Творческие разработчики. Но дайте им сбежать. Не дайте им сбежать. Набирающих гонщиков, чтобы остановить их. То есть не давайте им сбежать. Да, шеф, все устроено. Давай, гонщиков. Не даем сбежать. За мной солдаты. А где они? Искать мутант. Так это поиск мог. Ладно, нашли. Управить. Офигеть. Прям знаете, как-то арта шикарно. Ну-ка скрин сделаем всякий случай. Возможно. Опа, она не понял. Это город кланового восстановления электрических. Че, блин? Не понял, что. Ну, нашу базу нападают, слушай, блин. Да, раньше такого не было.
Ну а теперь добавлю. Четвертый, шестой. Ну это о чем? Опять монстр-механик думает такой напасть на ваш город, да, как бы не так. Я это не забуду, мы еще вернемся. Хорошо. Блин, мне только возражают, что не понял, что такое. Так. Сейчас, подожди. Закрываем все это. Хорошие новости, шеф. Какие? Мы починили банковский спектакль. Ладно, есть. Да, она готова. О-хо-хо. Норма. Отлично. Это чтоб забелить было. Шеф, банковский спектатор работает исправно, и наш город в безопасности. Увы, банковский спектатор дает слишком временную придышку. Только отыскать гений банки мы сможем спасти всех взян и применить прачный мир. Да, помню. Стоп, что это? Что происходит? Скрин. Блин, не успел. Так, о нет, взрыв, я пропустил, да, потом будем читать заново. Другую. А я обещал читать, помнишь, даже забывал. Ой, дают. Ладно, помните, можно почитать. О нет, взрывают, привлекают сюда все куда-то, шеф, мы должны немедленно уходить. Вон, да вот они уходят куда-нибудь, я вспомнил. Мы создавать непотерю со стороны наш город. Да, телепорт, отличная штука. Фух, мы телепортнулись как раз вовремя. Здесь вроде бы безопасно. Шеф, наконец-то мы можем много передышать. Да, ну а. Вау, бананы. Забирайте все. Я удивлен. Что такое есть. Все, моя держу очередь, да? Нет. Что там было такое? Только что. Шеф, огромная армия мутанов движется к нашей городе, мы должны ее что-то сделать. Куда-то нам будут не страшны, как только мы найдем гений-банк. Ну а пока что нужно построить склад, чтобы защитить наши ресурсы, тогда наши герои смогут сосредоточиться на борьбе с мутантами. Угу. В общем-то все. Понял. Мы должны снаряжаться, если хотим играть эту гонку. Пора использовать наше скорочение оружие, скорее, конечно, не смогут время ожидания. Отлично, используйте ускорение правильно, и город будет развиваться быстрее, город. Правильно только вот. А вот ты мне хоть показал пассивку за это. Если бы не показал, по-любому не помогло бы. На, 3 секунды. Вообще-то, о-хо-хо, это еще шарик какой-то, слушай, да, и скрин сделал пассивно. Шарик такой огроменный, что я в шоке. Наконец-то, праздники, блин. Пора пожаловать в арену, здесь вы найдете самых могучих героев. Вы так раз вовремя начинается поединок, наблюдайте за дуэлем, вы можете загрузить поддержку героев. О, давай. Может новый герой будет? Хо, новый герой. На, блин. Не столько звезд, капец. Отлично, к вам присоединяется сэр Фрэнис. Этот дуэт просто класс. Ага. Как ты видел его, интересно. Здесь бывают могущественные герои. Так, что, заходите на дуэль почаще, и вы завоюете их преданность. Даже я устал читать, слушайте, за такое лайк ставьте, 30 минут ролик. Это за то, что мы начало начали. Все, выходим. И говорим пока. Меня хватит, слушай. Вот, больше со мной так не общайся. То, что сад. Не, ну можно, можно. Только вот 20 минут и все, хватит. 30 минут перебор для меня. Может, у вас разрешенное ограничение поставите? Там, не знаю. Так, берем. О, не понял. То есть кому-то можно вот такое вот, а кому-то нельзя, я в шоке. Пошли в геймплей. Мне скучно, да? Так, один раз можно. Может, у меня будет мировой рекорд все же. Просто столько узнал нового про Waves, что я просто в шоке. Что происходит? Я в шоке. Блин, а что ж делать?
Ладно, все, все, сейчас мне хватит, все. Забрать. Так, что у нас такого? Я понял, давай прокачку. Ой, я подтверждаю. Так, стоп. А. Давай я два раза цвета, потому что мне нравится он. Вау. Эска. Это. Ютубе, да? Ютубе. Как вам такое, а? Ладно, ладно, с меня хватит. У нас уже есть Макс Риск. Макс Риск тебе. Нам не нужен награда, мы только обзорщики, типа того. Поэтому так сойдет. Все подтверждаю. Имя содержать специальное, что? Нет, нельзя, блин. Ну ладно, YouTube. Макс Риск просто. Подтверждаем. Все, наконец-то. Галочки, я что еще происходит, реально галочки. В общем, на всю ночь пока я просто вау просто. 2 секунды, так опять, блин. Тема заразу 3 секунды. Ну это классно. Вот уже прямо сейчас уже нужно отдыхать. А в следующем ролике мы продолжим. Все, давай. 5 секунд. Да блин, я так закончу сразу, начну, блин, тут строить. Не. Хочу закончить и выйти с игры. Вот что я хочу. Блин, лично ты, блин. Сколько? 5 минут. Во, нормально. Ой. Блин, снова начинает. У вас отлично получается улучшить городской совет. Сильный город, это сильный игрок на карте. Да, он... Что такое, кстати, мне очень интересно. Пальму новую. Раньше такого не было. Может, пересмотреть старый ролик, блин. Так, но... Кому нравится ждать, давай снова... Нет. Спасибо, пока всем. Все, хватит. Они, блин... Прям вот лайкосы. Не-не, пока всем. Так, закрыть видео.